В столице Заполярья определили лучшего газодымозащитника. Соревнования были посвящены памяти Сергея Викторовича Маракина, огнеборца, который трагически погиб на одном из самых масштабных пожаров региона. На старт соревнований вышли 5 команд из полярных зорь, апатитов, Мурманска и Североморска. В личном зачете пожарным предстояло пройти серьезную проверку в эстафете. Команды же отрабатывали практические навыки поиска пострадавшего и тушения условного пожара. И это все в условиях нулевой видимости. Данный конкурс разработан именно подготовка личного состава газозащитной службы, в которой отражается именно готовность любого человека, любого газозащитника, который работает в пожарной составляющей. Вот. Также работа в звене или в коллективе, тоже в непригодной для дыхания среде. Вот. Почувствовать это нужно пройти данный конкурс.